Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Вадим Рощин. Я живу в России, в Алтайском крае. Мне очень нравятся ваши видео. Я хотел бы вам задать два вопроса. Первый вопрос. Сколько в среднем стоит однокомнатная квартира в Нью-Йорке или в Америке? И второй вопрос. Могу ли я хорошо прожить у вас? Могу я вообще прожить со средним образованием?